Фаина, алейхиссаляту вассалям, хараджа мин Макка мухаджиран мухтафин. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда вышел из Мекки мухаджиром, он скрыто оттуда вышел. Яхша аля нафси, боялся сам за себя. Каджалят курайшун лиман яати биги ва бисахибиги Аби Бакр миатай миналь ибель. Курайшиты сказали, тот, кто приведет пророка и его товарища Абу Бакра, тому 200 верблюдов дадим. Представляете, какая сумма? В наше время средний верблюд это примерно 2000 долларов стоит. То есть 400 тысяч дадут по нашим деньгам, почти полмиллиона долларов. Анкулли вахидин ми, за каждого 100 долларов. Валякин Аллах тааля анджахума, однако Всевышний Аллах спас их. Бада муди, санават калили, и через несколько всего лишь лет раджа набию саллаллаху алейхи ва саллям фатихан Макка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вернулся в Мекку, открыв ее, вафиран муваффиран, одержав победу. Канат лягу минна аляль мали мин куреш. И он проявил милость толпе этих курашитов. Хатта вакафа аля бабиль Кабу, он встал, то есть когда зашел в Мекку, победил. Взял власть над ней, встал около дверей Кабы, якулю я машера курайш, у курайшиты, ма тарауня не файлюм бекум. Как вы думаете, как я поступлю с вами? Куллюхум тахтау авилля, и все стояли под ним в униженном состоянии. Калю хайра, они говорят, надеемся на добро. Ахун карим вабну ахин карим, ведь ты щедрый брат и сын щедрого брата. Калю фаинни акулю лякум камакаля Юсуф лихваниги, лихвати, я говорит, скажу вам то, что сказал Юсуф своим братьям, ля тафриба алейкум ульем, яхфируллаху лякум ваху архаму рахимин, сегодня я не стану укорять вас, да простит вас Аллах, ибо он самый милующий из милующих. Идзабу фантум туляка, идите вы все свободны, сказал им пророк, салаллаху салям. Представляете, 20 лет они его мучили, субхан, 20 лет они его мучили. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям всех их простил. И нам в посланнике Аллах саллаллаху алейхи ва саллям хороший пример. Фаманна алейхим саллаллаху алейхи ва саллям бада ан кана кадирин алейхим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям простил их, при том, что он мог их наказать. Фальхасиль ахилляу яума идзин ба'дхум ли ба'дин адун илля аль-муттакин. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون